Все, ребята, всем привет. Сегодня первый день лета. Короче, на рыбалку вырвался. Попробовал чебаков ловить. Нифига, короче, чебак не идет. В двух местах был. Вообще поклевки не было. Приехал, короче, ну, недалеко от того же места, где я чебаков пробовал ловить. Такие вот заводюшки. Ну, вот так. Типа лужи, блядь. Вот такие вот ротанчики, 7 штук, блядь, поймал. Ну, короче, вот буквально минут за 10. Сейчас оденем камеру, посмотрим, как будет клевать дальше. Вот. Посмотрим, друзья. Тут, короче, нужна игра. Я не знаю, куда камера смотрит. Ну, вот так, наверное, она будет нормально смотреть. Так берем и подыгрываем вот так вот, как на зимнюю удочку. Подыгрывать надо. Подшевеливаешь, опускаешь. Сижу рядом с трассой, короче. Видите? Оп, идет. Ну, такой вот дрищ. Короче, я думаю, вам видно. Вот он. Дрищенок. Но я, короче, решил их не отпускать. Пошли они нафиг. Короче, буду ловить, сколько поймаю. Таких все равно можно сметанки пожарить, друзья. Рыбы хочу. Вот такие дела. Вот кинули опять туда. Вот так играем. Подыгрываем. Короче, одну удочку сломал носик. Складывать начал, отломал на три части, сломался носик, блин. Жалко удочку. Дорогая была, пятихаточку стоила. Кубаночка называется. Пятиметровочка. Без пропускных колец была она. Ротанчик не особо хочет. Может быть, червячка надо почаще менять. Поживее одевать. Целого. Сейчас проверим. Сейчас вот вытащу и одену сразу же червя. Сижу тут, короче, чаек пью. Термос у меня тут. Телефон лежит. Короче, ну не хочет он идти. Червяк, видать, не живой. Сейчас оденем поживее червячка. Оденем. Вот такого навозного червячка. Может быть, просто тут рыбы нет. Мало. Поэтому такие поклевки слабые. Нечастый ротан, если он есть, он начинает хорошо клевать. Вот такие вот дела, друзья. Попробуем вот сюда подкинуть. Сюда киданем. Прям на дно. Так. Вторые кадры.
пока батарея сдохла, она только отключилась, и я поймал, он вот здесь вот упал в воду. Короче, убежал, братанчик. Пока что 8 ротанов. Время сейчас скажу, сколько у нас, друзья. 20 минут, короче, 8-го. 6% осталось батареи, блин. Ладно, телефон уберем. Ротанчики, ротанчики, ротанчики. Ну, вот так подшевеливаешь ему. Так, вот сюда сейчас зафентелим. Может, чай будет.
рыба будет клевать нафиг в таких шумах, блядь. Охренеть, блядь. КамАЗы носятся. Вообще-то я думаю, где мелкий катан, там и крупный есть. Сейчас, наверное, попробуем доночку туда забабахать. Попробуем бабахнуть. Сейчас она там не запуталась все. Запуталась, нафиг. Переходил, блядь, 100 метров. Кинул просто так. Крючки спутались. Червяки остались. Распутаю. Друзья, проверим, как там на глубине у нас, клювает или не клювает. Сейчас мы вот это вот распутаем. Так, оденем червячков свеженьких. Так, беги в водичку. Съесть тебя какая-нибудь рыбка. Проверим, что у нас тут зацепы. Зацепы, не зацепы. Сейчас, друзья, посмотрим, как у нас будет поклевывать ротан из глубины. Если он тут вообще крупный. По идее, где он есть, он там ловится. С берега метров за 10, за 20 он хороший идет, попадается грамм по 300 такой. Сейчас проверим, что кого, стоит не стоит тут вообще сидеть, ожидать хороших ротанов. Вот так делаем, сейчас проверим глубину. Все, село. Глубина, короче, так. Вот так воткнем спинник и все будет тики-пуки. Вот так. Перекинем здесь. Оп. Протягиваем вот такими короткими промежутками времени. Там где-то широконоска орёт, он там. Вот так делать.
8 штук ротанчиков. Ничего больше нету здесь под берегом. Один-то оставался, который ушел. Сейчас помельче сделаю глубину, да вот сюда шварану. Вот. Вот сюда. Можно перезабросить вот сюда. Такими движениями дергаем. Подтянем. Всяко должен быть крупный, только что-то не хочет идти. Не мелкий там и крупный, тем более здесь его уже не один год ловят. Может, только ему жратвы нет? Да, в принципе, его же должны рожать. Соответственно, тут крупняк должен быть. В каком интересном месте он скапливается. Ни карась, ни ротан не хочет идти. Хочет подклевывать. Секунду, да, перейди. Туда подойду, схожу. Вот сюда сейчас кинем. Вот так, хоп. Проверка связи. Есть контакт, нет контакта.
плескается. О, клюет. Ротара. О, более такой нормальный ротанчик. Покрупнее, чем те мои. Заглотить уже даже успел нормально, друзья. Сейчас вот сюда захерачим опять. Чпокнул ротан, не пойму, то ли там речка шумит, то ли что. Пойму. Так, ну-ка, что там? Так, ну-ка, если я вот сюда сейчас отойду и вот сюда вот бабахну, вот сюда в трубе, будет тут что, не? Нифига, друзья, не хочет. Заразень такая. Ну, сейчас вот здесь посмотрим, что. Здесь мужик сидел, ловил. Закинем сейчас. Проверим. Прямо здесь он ловил хорошо. Где-то в траве.
Малой, походу, там какой-то. Не самый крупный, друзья. Такого у меня еще сегодня не было. Ротары. Ой, дали какой. По сравнению с этим, это вообще крупняк. Нормальный. Нормальный в ротару. Вон ондатра поплыла, видели? Нырнула. А вон черок полетел. Где-то ондатра сейчас вынырнет, он там. Давай, давай, попадайся. Вот черочек прилетел. Да там чмокает. Так, ну-ка сюда сейчас перейдем. Пару машин всего осталось. Никого больше нет. Там вон и гаишники стоят, сука. Да, себе.
кого-то осматривают, сука, тормознули, блядь. Козлы, блядь. Хули им тут делать, блядь. Меня на вездеходе хули тормозить не надо. Комары накусали, блядь. Ладно, хуй с ним. Вытащим спиннинг. Нахуй время тратить спиннингом. Все. Такие вот зацепы. Травяные небольшие. Страшного не запутаем. Так, сегодня у нас здесь комары появились, друзья. Уже. Не было. Но появились. Так, сделаем, теперь чайка нальем. Кого?
Кого-то остановили они. Вау, все черви вон вниз спустились. Одеваю салатик, салат. Тормознул, что ли, Ниву, блядь? Ремни ехали, пристёгивали. А, блядь. Да. Все в самый последний момент пристёгиваются, блядь. Пристёгиваться нужно всегда, блядь. Я считаю, что ремень никогда не мешает. А если в морды потом в стекло вылетишь, бля, будет ого-го как нехорошо. Куда он делся, блядь, этот ротан? Сам не пойму. Перезакидки сделать. Вот такие. Искать его надо. Гаишники. Гаишники стоят, работают. Там вот интересно, что за мальки играют. Вот тут. Чебачки, что ли? Тормознет тебя сейчас кто-то. Тормознет. Гаец. Гаец. Гайцы стоят на полустаночке. Словно после пьяночки. О, о, подошел, друзьяшки. Ага, тут у меня оставался один. Небольшой.
Ах ты, блин. Давай сюда же. Скинем. Скинули сюда же. Давай, заглатывай. Там червей мне. Целый салат одет. Наверное, заглотить не может, засранец. Кусочками отгрызает. Давай пожадничай, товарищ. О, бля, ударил. Ударил. Странно. Наверное, заглатывает, что оторвал. Сейчас дадим ему получше насладиться этой пищей. Пока заглотит, блядь. Червя этого здорового. Ой, бля. Вот травинка шевелится, вот возле травы ходит. Может, карась? Сейчас проверим, кто тут. Вот тут травинка шевелится, и вон та шевелится. Дед приехал, который тут рыбачил. Что за добавкой решили? Какой? А, или вы не были здесь? Нет. Показалось. Тоже дед в очках был здесь. Да, да я сдалека видел. Ну чё? Да нифига, штук 10 маленьких. Там он вообще ничего не клюет. Вода большая, вода поднимается. А вчера, говорит, клювала, наоборот упала. Ты не знаешь, как клюет вчера, завтра и на той стороне. Ну. А сегодня нету. Ну, говорят, вчера там ловили хорошо чебаков. Но я сегодня утром хотел поехать, да что-то дождь нашли. Ну? А вечером что-то как-то это, не сподобился я. Ну, а здесь что, ротан? Ну, ротанчик, да они вообще небольшие там, по спичному коробку, блин. Вот тут вот хер знает, кто-то травинку шевелит, то ли карась, то ли ротан. Ротан, скорее всего. Карась. Хотя здесь и карась, но я не знаю. Да я должен быть карась. Сюда. Да он должен быть здесь, он... Там он, видишь, там бобер плотину сделал. Где? Вон на выходе. Он живет там? Или уже не живет? И она здесь, вода, он сейчас здесь уровень держит. Она отсюда... Она бы... Ну, сейчас-то может уже это, зайти. Ну-ну. Сейчас воды много. А так здесь все лето вода держится. Вот там у него плотина. Ну-ну. Ну, тут стояли. Да его уже поди прибрали. Да ну, поди, не должны в городе-то. Да капканами чё его, долго что ли поймать? Да он тут плавал, в прошлом году достал тут всех нас. Угу. Через трубу туда-сюда, туда-сюда, тут мужики рыбачат. Ну-ну. Его уже и камнем били по башке, всё равно ничего не понимает. Угу. Да он не пугливый такой, я его в прошлом году видал, он сидел от меня, наверное, метров 6, блин. Ну а чё, если привык, что тут рядом на берегу, никто не трогает его. Машин не боится.
Угу. Воды много, пацаны, клевать не хочет. Ну в туралах клюет карась? Ну кто-то мне говорил вчера, по-моему. И ну, это? Надо в туралы ехать опять. Ну хорошо там клюет карась. О, да, он маленький. Зверь, блин. Ну? На больничном будет рапан хорош. Сейчас что ли? Ну, в прошлом году, говорит, заебать. Не, ну я имею в виду, сейчас нихуя еще не клюет пока. На больничном, да, я там у таких ловил. Да там по 600 грамм. И больше, да, есть. Опять сошел. Да. Ну, я помню, в Полугрудово, блин. Там на Никольских озерках. Блять, там тянешь ротана, удочка вот эта гнется нахуй вот так аж дугой. На Петрова на озере был хороший тоже. А потом это, на следующий год нихуя не стало его, видать, ушел. Хорошие ротаны были, блядь, пиздец. Там реально думаешь, что зацеп, что ты за мударец зацепился и тянешь мударец, блядь. А он нихуя не дергается, его тянешь, он тянется и все. Даже не дернется ни разу. На Петрова тоже хорошие были, блядь. Ну-ну. Ну то каратик вот такой вот нахуй. Что ротан? Ну-ну. Ну вот в Туралах такого карася здорового ловят на это. Пока солнышко было, как-то не клевало. Потом солнышко маленько стало, вот темновато так, сумерки. Ну-ну. Тянешь и хуй знает, кого тянешь, то ли ротана, то ли карася. Угу. Нынче еще пока там ничего не клюет, да? А мы все туда и там и не было. Но. Ну а так не слышно? Там если клюет, там сатаном. Ну-ну. Нихуя не ловится. Сейчас вода большая. Вот она и не ловится. До этого я как-то сидел там еще, возле баржи там. Ну-ну. Десяток поймал чебаков. Ну, чебак хороший был. Ну-ну. Карасика одного вытянул. Ну все. Со спиннингом попробуйте. Вода большая тоже. На РТШ? Почему здесь? Ага. Так а здесь не подойти, с лодки только. Это сейчас не... Ну, да почему? Здесь-то, о, в этом лагу-то можно кидать. Я позавчера на моторе всю РК-арку обошел. Нихуя. Ни одной поклевки. Да как нахуй? Что чисто случайно, может, ты вытаскиваешь? О, ёлка, а до этого был, ну я был в вершине там, одну поймал на 700 где-то грамм, потом тоже на 700 и на полкило поймал. Вот она. Уткам тут разговаривали. Да, утки тут дофига. Разговаривали. Здесь, в карьерах, ёпки. Сейчас в основном, наверное, там и делятся. Никто не гоняет, никто не стреляет. Ну я весной 15 штук за день. Можно сказать, за полдня, блин. Мне вообще понравилось. Я нынче первый год тут охочусь. Утки вообще дохуя было. Оно и сейчас вон ходишь, блядь. Я вон туда ездил, там, у Журавлева есть. Такая же хуйня, заводь. Ёбану, бро, там столько утки, блядь. Я часа два там отсидел, наверное, штук 300 уток видел. Они взлетают и сидят, блядь, там, пиздец. Там их вообще столько много. И, блядь, самое хуёвое это то, что, блядь, шкурлупа валяется на кочках. Вороны, блядь, летают гнезда, заряд. Никто не стреляет, раньше же лапки принимали, блядь. Ну да. А сейчас вообще пиздец, они все жирают. Если бы вот стреляли... Патрон давали. Ну. Нет, там деньги за него, ну, за лапу давали. Я помню, когда еще пацаном был, у меня сосед был охотник, нахуй. Угу. Он такой, так, промысловой. Он не работал нигде, он чисто был охотник. Ну-ну. А не нахуй. Ну, патрон, там две лапки, по-моему. Патрон, блядь. Нормально. Или, блядь. Ахули зиму, считай, нахуй, в лесу и жил. Ну. Там что-то гаишники стоят, блядь. Гаишники, нахуй, понаехали. Ну позавчера 4 машины тут каталось, а там на перекрестке стояли. А они сейчас и по деревням тоже нахуй. Да, ну сегодня завтра нашли. Вроде как на 4 дня.
Своих-то нету, своих всех разогнали. Угу. Сокращали. Так а две машины, да, всего, наверное, осталось? Где? Ну, здесь, здесь? Ну. Где? А, ну, УАЗик и это. УАЗик и... Ну, это приоры, их не все находится. Так они нихуя не работают. Да как работать-то, ёптвою мать? Чего не там, блядь? Они дежурят по одному. Угу. Ну. И чё, он тебе один на дороге стоит? Он тут бывает, блядь. Так я и говорю, что... Их поэтому и сократили, нахуй. Они до этого, говорит, все сидели, нахуй, их разгоняли. Выгоняли на работу, блядь. Идите, работайте. Как камер понавесили, если так вообще, нахуй, не там нужно стали. Угу. Хуйня, на жарёбку пойдёт. Да, я тоже сегодня захотел. Я уже, блядь, думаю, хоть таких ротанов поймать. Я думал Чебаков съездить поймать, хоть пожарить, а тут уже этих придется жарить. Че, нормальная рыба? Да нормальная, он в сметане заебись. Мясо белое, ну, вкусное. Я помню, один раз мешок их поймал, блядь, сетку поставил на. За ночь, блядь, на этом, на Красноозерке. Ёба, ну, брат. Я охренел, что там столько ротана было. Там он в этом, в ДСУ, в лужу-то. Угу. Горял, говорит, нахуй. Я, правда, Гальяна уже давно не видел. Ну-ну. Очень давно. Там за Иртышом-то есть. А здесь его. Да вообще рыбы не стало. На Ую помню, пескарей этих. Ёб твою мать, тиши его нахуй. Угу. Я в сидельников тетки поеду, блядь, ёб твою мать. Я с этого Уя не вылазил. Угу. Не, ну там Чебак все равно клюет летом. Чебак, пацаны хвастаются. Честно, вот в то время я Чебака вообще не ловил. Окунь был. Угу. А вот Чебак мне ни один не попадался. Вот в основном один пескарь, блядь. Но. Или его там дофига было, нахуй, что, блядь. Там я говорю, зайдешь в воду, они тут же, нахуй, тебе раз, в ноги фиг. Может быть, песка больше было. Сейчас я может всякой хуйни. Да, я и говорю про это. Ничего не осталось. Если так вот разорваться, я когда последний раз сидели? Так и в шише такая же хуйня была раньше, говорит. Зайдешь, а они нахуй ноги, да, щиплют, вот стоишь, пальцы щипают. Ноги, да, волосинки эти дергают, угу, нахуй. Вот червяка опустишь им, хоп, раз, есть, нахуй. Угу. Пакет на шею повешаешь. Угу. А тут, когда я, блядь, года два назад это был, нахуй, больше, года три, нахуй. Я говорю, ёпта, а где у вас уй, нахуй? А все, говорит, пиздец. Мелкий? Да вот да, там уже пиздец, переплюхи. Ну-ну. Он и мелкий, он, говорит, перепыхает. Вот эти, где амута были, uh-huh, амута еще остаются. А это, говорит, нахуй, все. Куда что делать, хуй? Сейчас вроде в болотах и воды достаточно. Заиливает, наверное. Да, нет, природа меняется, нахуй. Благодаря человеку, блядь. Ну. Самый страшный хищник, блядь. Ага. А там УАЗик стоит, все тоже рыбачит. Где? А вот. А я не знаю, может, гаишников напугался, да, остановился. Хе-хе, хер его знает. Может, рыбачит. Там? Алло. Ну они вон там в затоне. А что-то этого не видно. Тут все время рыбачит. Татарин, по-моему, блядь, на этом. На ремухе ездит. Не было сегодня. Ремуха такая. Как микроавтобус. Ну-ну-ну. Возле вот трубы, да? Да, постоянно но. Он тут. Нету и его. Еще одного нету, товарища, друга моего. На Гранте ездит, на черный. Mm-hmm. 130 номер. Ох, мы с ним в прошлом году. Каждый и день, ага. Он до глубокой осени. Они, по-моему, вдвоем с ним, блядь, уже... В затоне? Снег шел, ну. Уже баржа на голе стояла. И что, Чебак шел или что? А? Чебак шел? А, Чебакишка, ну. А он, как, с каждым днем все мельче. Ну, я в том году на РТШ сидел все время. Лещи хорошо ловились, блядь.
прошлом году я, ну, это здесь неплохо порыбачил. Чебачишка, чебак. Хороший чебак клевал, кстати. Это такой с ладошкой у нас. Нормальный такой здесь. Я в том году, блять, на 4,5 что ли леща вытащил. Нормально лещ. И это. Вот приедут 10-14. Вот так вот лещей поймаю с утра. Все. Нормально. Я на полном деревне жил, блядь, этот мертвеча тоже хули там, считай, пропадал. Еб твою мать, этот лещ шел, блядь, одно время. Вот как, буквально где-то неделю-полторы. Переставал. И потом как обрезал. Да. Все. А, блядь, шел мерно. Вот, в метляк шел он. В метляк как раз он шел. Ну, знаешь, метляка-то особо-то. И да, и сейчас его и нету, еб твою. Не, я говорю раньше, я помню, постоянно. До метляка, метляк выпадает, и все, и перестает он идти на спиннинге. Сколько это прошло, блядь? Ну, как-то прилично уже. Ну, уже лет 15 метляка нормально нету. Так вот, это, наверное, лет 15 назад и было. Ну? Даже больше, ёпта, это где-то, нахуй, 90-х, нахуй. И, блядь, на удочку, нахуй, там лодки стояли у мужиков. Прокидываешься, хуяк есть. Ну? И весь как один. А потом в одно прекрасное время, блядь, только бах, и все. И нету леща. Угу. Да вот так особо сильно-то и нахуй, только вяленым. Вяленым видим. Да даже просто не то, что есть, а ради интереса его таскать. Да, сам процесс. Да. Я, можно сказать, их тоже сильно не ем. Я жареную эту рыбу только из-за шкуры ем, блядь. А так, можно сказать, не ем нихуя. У меня тут дядька, наверное, дней 5 назад на 3,5 линя поймал. Блин, никогда таких не видел, блядь. Шкура, говорит, толстая. Хитрая рыба. А где он вообще обитает, я так и не пойму. Да по речке. По маленькой. Угу. Ну. Только ты его хлопотно его поймать, он хитрый. Ну-ну. Он где-то на 10 сидит, нахуй. Ну там какое-то время. Ну, пиздец. Это к котенку пойдет. Потому что у нас, блядь, мужики тогда ради интереса сеть воткнули. Ага. Попался где-то с ведро. Ну-ну. Второй раз воткнули, нету. Всего же не могли они выловить. Так ясно, понятно. Пацан знакомый ездил на Ую в Крапивке. Вправо тут старичка есть. Но он там, говорит, сети поставил, блядь. В том году вообще, наверное, ведра 3 их поймал. Вот они вот по таким, по речкам, по тихим, по маленьким, да. Так вот, надо его еще, я он же... Я никогда не думал, что в этой речке, блядь, щука есть, ёпта. В Ую? Не, вот он. Степановский? Ну, да, он, нет, дальше, в Ивановском районе, там, в Людиха, блядь. Ага, ну-ну. Я в жизни никогда не думал, что там щука есть, ёпта. Она, блядь... Вся заросла, угу. Ну, как обычно, хоть вода упала, но. Вся заросла, блядь. А мы тут что-то водку пьянствовали до этого. Ули утром встали, блядь, похмелиться надо. Блядь. Пойдем рыбу поймаем, да продадим. Но, я, да где ты ее нахуй поймаешь, сейчас будем сидеть с удочкой с этой. Ага. Он говорит, да ну нахуй. Удилишка, блеснул, пошли. Прошли так там километр примерно. Вот. За мост. Окошко вот такое вот. Ну-ну. Туда. И ёпси есть. На ответ, ага. Ну, во второе окошко ёпси есть. В третье, ёпси есть 3 штуки, блядь. Ну. Хорошие тут. Так мы вон сейчас в вершине Аркарки тоже ловили, так же самое, там есть щука. Я сам не знал, я думал, вот, блядь, до стадиона, до труб до этих, а. Почему она? Да знаешь, что... она и там есть, там, говорит, даже на 10 килограмм ловили щук, нахуй. Не Аркарка, там уже жаренка пошла. Не Аркарка? Это жаренка. Ага. Я и не знал, что там, блядь, рыба есть. Не, ну просто как бы думал, блядь, да ну, как она туда? Я думал, дамба это и дамба, все, пиздец. Не, она дальше туда уходит, нахуй. Так в Чекрушанской, в Степановке, туда же за Чекрушево ездят, блядь. Пацан рассказывал, знакомый у него там, блядь, в Чекрушево. На моторе по речке уходит, блядь, с электроудочкой. Ну, за это бы голову. Да, попал, я тоже как бы это не приветствую. Мешок, говорит, хуяк, 60 кг, говорит, за вечер. Я говорю, что там за рыба? Да там, говорит, щуки такие тоже, блядь, по 5-6 кг. Да. Я говорю, нихуя, я даже не знал.
А потом я под мост спустился, я думал, там просто трубы стоят несколько штук и все. А там мост открытый, думаю, вот она, значит, как и пошла туда, а хули там ее не было. Она идет вон аж вот, в лодку-то выходит. Да-да-да. И да-да-да. Что, и там в болото и бежит. Ну? Так вот они куда-то туда и ездят, блядь. Я говорю, так, блядь, на спиннинг бы интереснее было. Ловить ее. Какой азарт с этой удочкой, ёптель. Угу. Ну, а потом рыба, блядь, не плодит. Не, ну он говорит, типа, тот мужичок какой-то этот кредит взял, машину купил, сейчас за кредит рассчитывается. Я говорю, ясно, нахуй. Так съезди ты, блядь, куда-нибудь в другое место. Да. На Иртыш, нахуй. Где рыба подойдет потом. Иртыши и так побили его, нахуй, тоже немало. Так она подходит же там. А здесь-то она в эту речку, она хуй зайдет больше. Да она и зайдет. А весной только. Она же не это, она все уже, не это самое. Она с икрой, он с икрой так и будет плавать. Угу. Он не отмечет ее нихуя и все, он переведет. До хуя таких умников. Да ну сейчас... надо тебе до хуя рыбу, ну Вася, воткни ты сеть. Надо. Сеть поставь, да. Хотя на сеть, блядь, сколько рыбать, он никогда не нравится. Я сейчас водку не пью, так мне нахуй, они хули, жена там дети поставят, потом, блядь, водку пьют, да нахуй мне это надо. Ну вон кто-то же плещется потихонечку, плавится нахуй. Ну? Это не коротишка есть. Да стопудово. Вот в прошлом году, сколько я здесь был, здесь ни одного человека не было. Ну-ну. Никто не рыбачит. Куда он денется, этот карась? Его дохуя здесь. А здесь что, здесь хуёво подойти. Она сейчас, вода уйдет нахуй, и вот этот камыш нахуй весь туда уйдет. Ну-ну. И не закинуть потом. С лодки только? Ну. Ух ты, блядь, сидел кто-то. Сидел. Хорошенький, блядь, был. Он-то карась здесь стопудово есть, но он, наверное, на червя просто не хочет идти, и все. Вон, я говорю, воши там сейчас кидают, блядь, там он ловится. А здесь-то он тоже есть, но значит, что-то ему хватает? Может, червь нахуй ему этот нужен? Может, что-нибудь жрет там, каким бокоплавом жрет? Я в прошлом году на хлеб ловил, нахуй, карася, блядь. Нормально клевал, нахуй, на перловку. Ну-ну. На перловку хорошо, но они ее не так объедают. На тесто чебак хорошо клевал.